С удовольствием, дорогие друзья, приветствую всех, кто слушает нас, смотрит нас. Это вечерний Чикаго. Мы, конечно же, с удовольствием и благодарим вас за то, что вы приходите к нам. Ну и, конечно же, я с удовольствием благодарю доктора Владимира Гордина, который сегодня пришел к нам в студию и с нами вместе будет ближайшие полчаса. И, доктор, очень хорошо, очень здорово, что вы вновь с нами, вновь в наших студиях. Взаимно, Женя, рад тебя видеть. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут доктор Владимир Гордин. Я ваш врач-хиропрактор. Добро пожаловать в наш эфир. Ну, и я, доктор, с вами хочу пообщаться по следующему поводу. Мы прошлую передачу начали очень интересный такой вопрос, затронули очень интересный вопрос. У вас есть книга, которую вы написали, книга о домашнем тестировании. Да, есть такая. И мы сказали о том, что мы поставили, кстати, в описании, дорогие друзья, на Амазоне. Если вы не видели, не слышали и не знаете, то и в описании этой программы мы тоже поставим линк на эту книгу на Амазоне. Можете приобрести, вам ее пришлют непосредственно домой, и это очень-очень удобно. Во-первых, ее нужно держать дома, иметь дома. Почему? Потому что она может не просто там спасти и сохранить ваше здоровье, но и помочь вашим близким, и это очень-очень важно. Если вы хотя бы ее разочек прочитаете, это очень-очень полезно. Я знаю точно, ну, мне повезло, я с доктором обсуждаю это практически на протяжении 15 лет, и мне, как сказать, очень важно, чтобы вы тоже радовались вместе со мной. На прошлой передаче мы начали обсуждать вот именно вот эти тесты, да, которые можно сделать можно дома сделать перед тем, как даже пойти к врачу, или же, если нет возможности, да, пойти к врачу, ну, по разным причинам, то ли же у вас нет страховки, или же, может быть, вы не эти сможете тесты не это делать. Не столько, сколько на ранней стадии. Вы можете их использовать не только, чтобы пойти, не пойти к врачу. Да, да, да. Тесты были... Я их придумал. Я их просто собрал вместе. И все эти тесты, да, практически все врачи в медицинской школе эти тесты знаю и используют. Просто кто-то спал там, кто не спал, кто считал, зачем мне это надо. Я не буду это пациентам показывать. И, опять же. Но некоторые тесты действительно покажут вам вещи задолго до того, как они появятся на анализах. Задолго до того, как у вас начнутся симптомы. Ну, что такое симптомы? Боль, усталость, недомогание, потеря памяти, остеопороз и многие другие вещи, артритные изменения. То есть все эти вещи, которые вам, по идее, абсолютно не нужны, потому что это штука неприятная, никому не нужная. И я думаю о том, что мы с вами... Вообще у вас 12 тестов в этой книге. Мы на прошлой передаче затронули только 2. Как вы думаете, мы в этой передаче успеем все оставшиеся 10? Думаю, что нет. Потому что я могу быстро перечислить и быстро сказать, нет, как нет, сделать. Смысла. Нет, нет, нет. Я хотел бы стороны... все-таки поговорить об этом. Конечно. Ну, друзья, извините, да. я просто напомню, что предыдущая передача, если вы ее еще не видели, в предыдущей передаче она выставлена уже и на нашем YouTube «Вечерний Чикаго», и на Facebook-страницах доктора Владимира Гордина. Мы там говорили о измерении, прибор об измерении уровня давления обязательно должен у вас быть дома, и прибор для измерения давления. Вот как раз может измерение быть... Измерение кислорода в крови и пульсоксиметрия. Кислорода в крови. Я два раза сказал. Да. У вас должен быть пульсоксиметрия. Да, это измерение кислорода в крови. Надевается на палец. Это измерение кислорода в крови. Именно растворенного кислорода в крови. И прибор для измерения давления вам нужен автоматически. Вот как раз продолжим. И также вам нужен ручной. О ручном мы поговорим чуть позже. Ручной – это который накачивает. Традиционный такой. Как говорится, до того, как стали делать такие серьезные, госпитальные, которые сейчас на каждом автоматически могут продать. Автоматически, да? Автоматический прибор измерения давления может показывать перепады вашего давления. Работает примерно так. Если вы... Обычно люди как меряют давление? Сидя. Это стандартная позиция. Согласен. Не важно, сколько у вас там давления в тот момент. Да, важно, сколько у вас давления, но то, что вы будете делать с прибором сейчас, говорит не о том, сколько давления у вас сидя, а как оно у вас будет сменяться.
Например, если... Это следующий тест. Это следующий тест. Следующий тест заключается в следующем. Это один из троицы тестов, который показывает здоровье ваших надпочечников. По-английски adrenal glands. Которые производят огромное количество гормонов в нашем организме. Без надпочечников люди умирают. Если у вас больные надпочечники, у вас будет масса проблем. Надпочечники синтезируют примерно от четверти до трети, в зависимости от кого вы читаете, гормонов секса. Как женских, так и мужских. У кого-то падает либидо, кто-то не может, не хочет. Проблема может быть и оттуда. Надпочечники синтезируют гормон адреналин. Adrenal glands – адреналин. То есть вырабатывают гормон стресса. Поэтому они сжигаются стрессом. Надпочечники вырабатывают еще один гормон стресса – кортизол, который параллельно является противовоспалительным гормоном, самым главным. Если кто-то когда-либо принял преднизон или кому-то кололи метилпреднизолон, они знают об этом. Одновременно кортизол во сне повышает сахар в крови, чтобы мы не умерли от голода, повышает кровь. Как? Печень начинает сбрасывать резервы сахара, полимер, сахарный полимер, чтобы мы не умерли от голода в крови, чтобы мозг надо питать. Мы не едим часов 10, 15, 20. Кортизол занимается этим во сне. Так называемый circadian cycle, который у нас существует. Это все происходит в надпочечниках. Надпочечники вырабатывают массу других гормонов. Долго можно их перечислять. Я назову еще один. Надпочечники вырабатывают гормон алдостерон, который говорит почкам: держи воду. Держи воду и держи минералы. Какие? Натрий. Okay? Поэтому без соли люди могут умереть. Это известный факт. Все те люди, которые пьют стакан воды, через 5 минут бегут в туалет, потому что вода не задерживается в организме, и ничего не успевает ничего промыть, и не успевает даже в клетке войти. То есть у человека получается, как бы и пьешь, но вода в организме не стоит. То есть обезвоживание происходит. Поэтому все эти вещи, это огромный комплекс вещей, делают надпочечники. Okay? Если у вас надпочечная недостаточность, это у вас будут серьезные проблемы в жизни. У вас будет проблема с сахаром, проблема со щитовидной железой. Проблема с сахаром имеется в виду проблема с диабетом, с сахарным метаболизмом, проблема со щитовидной железой, проблема с артритными заболеваниями, воспалительными процессами. У вас будут проблемы с иммунитетом, у вас будет проблема с половой деятельностью и гормональным балансом. У вас будет такой цветок проблем, что мало вам не покажется, и жизнь будет не особо сладкая. Okay? Поэтому здоровье надпочечников – очень важный момент. Надпочечники также влияют на давление. Например, надпочечники, вырабатывая гормон адреналин, что происходит? Когда вы резко встаете, у вас повышается давление. Это делают надпочечники. Поэтому и те люди, которые резко встали, у них потемнело в глаза, или они чуть не потеряли сознание, это классическая форма надпочечная недостаточность. Бегание в туалет – надпочечная недостаточность. Склонность ко всем этим вещам, которые я перечислил. Низкое давление. Давление скачет, сахар скачет, щитовидная железа плохо функционирует, мерзляки. Бегают постоянно в туалет после воды. Все это надпочечная недостаточность. В моей книге, кстати, я описываю эти симптомы. Они есть, вы можете их почитать, если хотите. Поэтому как проверить надпочечную недостаточность на ранней стадии, что она у вас есть? Ханс Силье, когда разрабатывал методику и систему надпочечной недостаточности, идет через три цикла. Идет первая стадия, это alarm, потом идет под конец adaptation. Короче, жуткая вещь. Если у вас проблема с надпочечной недостаточностью, у вас надпочечники плохо работают, какая-то часть из них или они работают целиком, вы долго не проживете, а то, что вы проживете, у вас будут серьезнейшие проблемы. Например, серьезнейшие проблемы. Не пугайте нас, доктор Горн. Если у вас заведомо надпочечная недостаточность, надпочечники, помнишь, я сказал, делают треть гормонов секса? Да. Когда женские яичники, ovaries, и мужские testicles, testes, с каким-то возрастом начинают приостанавливать свою деятельность, надпочечники берут это на себя. Если не могут это взять на себя в полной мере, начинается менопауза, климакс у женщин,
и чуть попозже у мужчин, так называемый андропаз, мужской климакс, со всеми вытекающими симптомами, когда люди лезут на стенку, потому что у них так гормоны колбасит, что они просто в жутком состоянии. И людям дают гормональную терапию иногда из этого. Как проверить надпочечники? Достаточно просто. У вас есть прибор измерения давления. Вы одеваете его, например, на левую руку. Потому что давление нужно мерить всегда на двух руках. Там не должна быть большая разница, несколько единиц. Если у вас резко на 10 единиц разница между правой и левой рукой, у вас проблема. Окей, которой нужно разбираться, должны врачи разбираться. Меряете давление на левой руке, например. Померили, записали. Окей, сидя, все нормально. Одеваете ваш прибор на правую руку. Меряете давление, опять записали. Ну, посмотрели, разница ничего. После этого встаете. И опять меряете. И опять меряете давление, не снимая рукав. У вас какое-то давление. Вы его тоже записали. После этого вы принимаете горизонтальное положение. Можно на полу, можно на диване, можно на кровати. Надо лечь, да? Нужно лечь горизонтально. Вы ложитесь горизонтально. Ровно. Ровно легли, опять включили кнопку, пущай мерить давление. И вот на правой руке в третий раз меряется давление. То есть можно прям подряд, да? Вот вы делаете сидя, сразу же, да? Стоя, лежа. Именно в этой вариации. Не сидя, лежа, стоя, а сидя, стоя и лежа. И, разумеется, левую руку вы посмотрели просто так, потом правая, сидя, стоя, лежа. Можно правую или левую, неважно, но сидя, стоя, лежа. Вы записали это все. Что вы узнали, делая, измеряя давление таким образом? Первое. Как ваша кровь циркулирует с левой стороны, с правой стороны? Это номер один. Другое дело. Как ваш организм реагирует на то, в каком положении вы находитесь? Потому что, когда вы стоите, у вас давление выше. Почему? Ну, кровь же должна попадать в мозг. То есть так должно быть, да? Так должно быть. У вас должно подняться давление, потому что кровь должна попасть в мозг, иначе вы сознание потеряете. То есть надо... Окей. Нужно толкать ее. Толкать. И занимаются этим надпочечники. И если, увы, легли, и у вас давление не упало, как это должно происходить, этим тоже занимаются, этим занимаются почки вместе с надпочечниками. Значит, у вас проблема с почками. Поэтому, сидя на стоя, давление должно подняться. Сидя на лёжа, давление должно упасть. Насколько? Подождите, вы немножко запутали. Сидя на стоя, давление поднимается. А потом стоя на лёжа... Мы всегда сравним сидя. А, то есть, видите как? Мы сели,